По данным мэрии курорта, на новогодние праздники места почти во всех отелях забронированы. Этой зимой на горнолыжных курортах ожидают туристов как минимум на 30% больше, чем в прошлом. Идет подготовка и к лету. В частности, многие сочинские отели планируют переходить на систему «Все включено». Опыт прошлого года показал, эта форма обслуживания нравится туристам и выгодна отельерам. Новый Сочи – это конкурент серьезный был любым международным курортом, в том числе европейским. На курорте Сочи существуют практически все виды туризма. Это и пляжный туризм, это и горно-климатический или лыжный туризм. И, в общем-то, как бы тот туризм, который дополняет один и другой вид туризма, это туризм бальневодолечения. То есть мы восстановили былую славу Мацесты, восстановлены и построены новые теренкуры, пешеходные зоны в городе, и это все делает город привлекательным. Анатолий Пахомов также напомнил, что существенно изменилась инфраструктура курорта, удалось избавиться от пробок, улучшились энергоснабжение и экология. А главное, что особенно актуально сейчас, Сочи, по оценке многих экспертов, один из самых безопасных городов мира. Кроме этого, туристам скучать на курорте некогда. Только за этот год здесь прошло более 180 культурно-развлекательных событий. И как результат, в 2016 году почти 6 миллионов российских туристов сделали выбор в пользу Сочи.